Zombie apocalypse. Всем привет, вы на канале Темные Лица, и меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Tom Clancy's Ghost Recon. И почти четвертая часть игры под названием Тигровая пыль. Я вам всем, друзья, желаю приятного просмотра. Игрушка Tom Clancy очень классненькая, я рекомендую вам всем, друзья, в нее поиграть. Также подписаться на мой канал и на каналах моих друзей. На каналах моих друзей ссылочки будут в описании. Они также крутые игры, как и я, проходят. В общем, рекомендую их крутые каналы, они правда достойны уважения. Они все молодцы. Всех, конечно, друзей ссылки добавить нереально, потому что не поместится, но их много и они классные. Во, вот такие, суперские. Также, друзья, не забывайте ставить лайки и конечно, писать крутые комментарии. Ну, в принципе, любой комментарий. То пока вырубаем веб-камеру. Так. Это что-то у нас не то. Так, сейчас. Начать последней контрольной точки. Ага, самую-самую последнюю. Заново вообще. Суть. Так, тигровая пыль, Азия, Пакистан, Пешавар. Так, ну это явно не начало у нас, да? Или начало? Ой, подожди. Это у нас начало или... Нет, это не начало миссии. Так, нужно как-то именно с чистого нуля начать эту миссию. Да, кручусь, я просто себя первый раз записал неудачно. Ну, с самого начала там было. Угу. Так, это, конечно, круто, но можно чисто с самого нуля начать миссию. Вернуться к инструктажу. Ага. Да, я хочу это сделать, хочу это. Вот, все правильно. Все, пока вырубаю веб-камеру. Я просто с этой миссию начал, а потом у меня затупило и так вот. Во, все, то есть я начал этой миссии. Я знаю, в Нигерии все было сложно, но вы не виноваты. Те люди попали в беду намного раньше. Эй, здесь очередь! В сухопутных войсках манерам не учат. Может, ты поучишь меня, пацан? Во-во-во-во. Вы уж извините, мы тут забегались немного, не спали 72 часа и вернулись из деревни полной мертвых детишек. Простите. Проходите, парни. Эй, мудак. Да ладно, успокойся. Займу тебе место, морпех. Офицер Сайкс направляется к авиабазе Рамштайн. Вот, друзья, я после миссию начал, получилось там, ну, меня заступило, и я выключил ее. Там особо не прошел. Начало только было, увидели сами. Источнику, контрабандисту из Пакистана с клиентами по всему миру. Отправляемся в Пешавар, удобный узел незаконной торговли с Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Африкой. Это не мелкомасштабная операция. Кто бы ни был этот человек, он занимается серьезным оружием, военным снаряжением и, может, даже радиоактивными веществами. Его надо обезвредить. Действовать мы будем совместно с пакистанцами. Они своей операцией прикроют нашу. Они возьмут местного, мы его поставщика, и все выигрыши. Что-то здесь у меня начало миссии было. Ни о чем мне на костюм хотел показать, поэтому начал сначала. Там вообще я, по сути, не прошел. Только чувака одного убил. Так, тигровая пыль, пещера, ага, найти и захватить торговца оружием, ясненько, окей, понял. При запуске этот дрон становится малозаметным беспилотником, способным засекать врагов. Если в воздухе слишком опасно, он может действовать на земле. Еще дрон умеет атаковать ультразвуком, но делать это слишком часто не стоит. Ух ты, прикольная игрушка. Светошумовые гранаты входят в стандартный комплект снаряжения. Не забудьте предупредить отряд. Гранаты контузят любого, кто попадет в радиус поражения. Всего на пару секунд, но этого хватит. Спасибо за новые игрушки. В Пешаваре идти лучше по крышам, чем по улицам. Советую снайперскую винтовку. МСР, например, с хорошей оптикой. Еще пистолет-пулемет для ближнего боя. И хватит. Так, пистолет-пулемет, ты говоришь, да? Так, ну я думаю, гоблина возьму. Пистолет-пулемет тут, наверное, есть, да? Так, это у нас обычный пистолет, это вот этот, скорее всего, пистолет-пулемет. Ну, в принципе, давайте попробуем пистолет-пулемет, почему бы и нет. Все, погнали. Я даже реально вам рекомендую, тем, кто любит шутеры, поиграть в эту игрушку, она реально очень интересненькая. Да, ей уже лет 9 почти, она 10-12 вышла, но она классная. Давай, пыль. Азия, Пакистан, 16.02. Готовится проникнуть в район. Понял, охотник. Внимание, там много гражданских.
Вин Дизель есть Вин Дизель, ничего не скажешь, а? Прикольно. Нет, его мы оставляем пакистанцам, живым. Берите только продавца, он наша главная цель. Хорошо, хорошо, Вин Дизель, так путь сделано. Это все совершенно далеко не прошел, буквально, ну, убьют троих, получится, людей и все. Найти торговца, и все, просто я хотел вам кольцо показать, чтобы вы понимали, в чем суть миссии. Так, хотя бы так, в принципе, поняли бы, ну, просто хотелось показать. Так, не допустить тревоги, ага, понял. Так. Садись. Ой, ё. Да ёпты, Дима. Так, это у нас винтовка. Ага. Так, подожди. Тут явно еще, ух ты. Так, этого я снесу. Во, вот это я понимаю, ей байба. Так, шестерочка, нам уже говорили, что дроны использовать. Ух ты. Вау. Сменить вид. Еще и переключаться может. Так. Супер. Давай, сейчас ликвидируем, сейчас будет классненько. Ах, охеренно. Дрончик классненький. Так. Ух, реально прикольненько его использовать, а. Так получается, он как датчика. Датчик просто кинул, тебя не спалит. А тут могут спалить, конечно, с помощью дрона, но все же он классненький. Так, все. Тут пока чисто, можно спокойненько идти, не парясь. Да, Пеппер, тридцатник и командир, а меня зовут Козак. Класс, прикольно, блин, какая же классно. Не знаю, мне очень нравится игрушка. Я вообще рад, что начал ее проходить. Со снайпером «Войны призрака», там, блин, не воды пошли, я не знаю, что буду проходить, не буду его. Честно, ничего не вообще понял, снайпера «Войны призрака» пройти раньше, чем Tom Clancy. Но там, блин, с третьей миссией вообще фигня произошла. А потом вообще сама игра то работает, то не работает, в общем, меня выбешивает. Я, наверное, думаю, вообще есть смысл ее записывать. Ну, она не такая прям классная, как это, в сравнении с Tom Clancy. Tom Clancy круче. Ага, понял. Враги четко впереди. Вот, просто прицел у меня бывает. Лучше прицелиться, не спеша. Так, спускаемся. Угу. Надо избавиться от охранников, зачистить периметр. Давайте сначала пустим дрона. Ага, посмотрим, сколько их вообще, хорошо? Так, раз. А, там еще цель, третья. Так. Их точно... Так, их, по идее, вроде бы трое, да? Так, еще двое тут. Пулеметчик и пулеметчик. Так, сейчас пускай мои действуют, как говорится. Ага. Так, это уже моя задача нужна. Их четверо, подождите. Я не готов еще. Нужно подойти. Как они меня палят-то? Сейчас скину датчик, узнать точно, где четвертая цель. Так, где четвертая цель-то? Четвертый-то где? Да не, сейчас спалят, нужно найти четвертого. Тут четвертый еще где-то есть. Вот он. О чем я и говорю, четвертый нужно найти. Вот теперь можно. Вот теперь можно. А то сейчас спалили бы нас и все бы, а. Во. Отлично. Так, опять же используем дальше дрона. Потому что он классненький, мне очень нравится. Так, тут вроде бы... Больше цели нет, да? Ух ты, сука. Блин, тут я уже не ожидал, что еще появится цель. Так, кто здесь ликвидирует его? Ожидание. Есть, вот теперь все чисто. Вау, идеально сработали. Нам же нужно без тревогу не поднимать. Так, давай, Козак, давай. Козак, ты куда? Ты Козак. О! Сейчас будет командная работа, хотя бы так-то и была командная. Ага, хорошо. Так, Так, вниз. Так, подожди, нужно как-то вниз спустить его. Масштаб. Нет, не так. Нужно как-то его запустить туда, да, получается? Так, нет. Не, все-таки так и есть. Так, ну я тут не вижу их. Честно говоря, я, наверное, что-то не то делаю. Ой, там же...
Там же учили меня, как это использовать, как этого его. Как машинку. Сменить вид. Во. Так. Как машинку использовать дрончика. Так, чуть-чуть тут что-то я чуть-чуть взял. Херею. Сейчас, подождите, я. Так. Нет, ну как-то. Так, я, друзья, немножечко это, как говорится, барахлюсь. Масштаб. Да чтоб ты масштабом со своим, Димон. Нужно как-то вниз, потом как-то... как же тебе сделать-то этим, а? Нет. Как тебя... Очень сейчас, друзья, я разберусь с этой фигнюшкой. Посадить дауна. Так, ой, балбес, Дима, ну ты даешь, а? Вот. Капец, я балбес, друзья, бывает, извините, а. Был невнимательный, а. Хорошо, и будет сделано. Так. Окей, на коврик. Ага, сколько тут вас, а? Ой, да, конечно. Вау, класс, супер, вот мои охеренные бойцы, а. Супер, идеально сработали, вау, те, что с тобой, ух ты, взять штурмом, класс, молодцы. Супер, друзья, просто поначалу тупанул, да, согласен, ну бывает. Сейчас сигнал. Ну-ка. Где он? Спутник наводится. Так, мы возвращаемся на крышу. Понял. Идет триангуляция. Оставайтесь на связи. Прикольные новые технологии. Они мне нравятся. Реально класс. В этой игре они идеально подходят, а? Супер. Дроны, блин. Есть пушки. Небесные винтовки. Разные гранатки. Он класс. Движется? Нет, похоже, у нас проблемы. Машина цели застряла в пробке, нужно достать его оттуда. Сэр, на проезжей части сложно быть незаметным. Ставки растут, пакистанцы перекрывают район. Они уже отрезали две основных магистрали. Похоже, они ведут двойную игру. Договор был другим. Они составили новый. Какого хрена новое? Это дрянь, господа. Может обменять покупателя на продавца? Не вариант. Торговец слишком крупная рыба. Если пакистанцы его заметут, нас к нему и близко не подпустят. А если он уйдет, больше мы его не найдем. Мы возьмем его, сэр. Вопрос, что делать с пакистанцами? Мы забросим вас с другой стороны. Так пакистанцы будут гнать его прямо на вас. Это позволит избежать лишних столкновений. То, что... Запомните, вы не вступаете в бой с пакистанцами. Хорошо. Они нам тоже любезны, сэр. Да, пока вас не видят. Вот блин класс. Уже скоро. Вот пипец, а, друзья. Пакистанцы, блин, пошли. Ситуация внизу крайне паршивая. Там много гражданских и много врагов. Следите за своей целью и за обстановкой. Хорошо, командир. Я буду звать его, я же говорил еще, какой миссии, не помню уже. Буду звать его не командир, а Вин Дизель. Виндись, ну просто реально я так думал, и есть. Хоть раз у нас все пойдет по плану. План изначально был так себе. Будьте начеку. Хорошо, окей, все понял. Так. Не знаю, получится ли у нас никого не убивать из гражданских, не получится. Понятия не имею. Да, захватите торговца. Твою рождение. Во. Ух, ебать, нихера себе они валят. Ого, нихрена себе. Вот так, сука, начало-то, а. Охереть, а. Да я, надеюсь, не с самого начала я буду. Так, нет. Так, глядим в оба.
Да, согласен, что надо найти. Ух ты, пать. Стрел, гасите, 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 гасите их, а то месяц завалит, а. Вот так. Светошумовая. Это обычные люди, а. Так я обычных людей не только, а. Во. Сколько ж вас, а. Пайпера... Да ёб твою мать, а! Пайпера, меня ранили, капец, а! И, блин, вот что называется, проходить игрушку на уровне ветеран. Вообще быстро убивают, и мои спасти меня не могут, а. Зараза. Так, не знаю, сколько раз я буду заново начинать, но... Ладненько, все логично. Где враги, не могу понять. Я просто хочу... Да стоп, твою мать, я просто выцеливаю, чтобы обычных людей не убить, а. Я понял, понял, это я понял, что приказ надо давать. Так, нужно сверху дебила убить, а у меня... Бля, там то ли пулеметчик, то ли снайпер, я не понимаю, но суть в том, что миссия сложная, зараза, я уже... Ну, просто что такой сектор, да еще не было бы гражданских бы. Я постараюсь их не убивать именно. Ага. Вот теперь они заметили. Убрать цель. Они выходят. Убрать его. Все понял. Фу. Я что-то хотел скинуть шумовую, а не датчик. Да командира ранили, зараза. Сейчас, 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 есть, командира я спас. Угу. Я постараюсь не трогать именно гражданских, а. Так, нужно дрон, а. Вот он идеально подходит, а. Так, это мы убили, убили. Угу, вроде бы больше никого. Это просто ни одного гражданского не хочу не убивать, а. Ну, вы понимаете, я хочу, чтобы они были живыми. Ну, нет смысла гражданских убивать, они... Ну, они, там чё? Они вообще не виноваты никак, а. То, что тут началась мясорубка. Твою маковку. Нет, это враг. Ой, это не враг. Да куда я кинул ее, блин, а? Да ёшкин дрын, а? Я просто не понимаю, где они, а? Вот, теперь можно понять. Вот, теперь перебегаем, перебегаем, молодец. Молодец, Димончик. Готово. Да, слепую действовать не очень. Есть, ух, ёпту, взрывают, это как, а? Нет, так не убьешь его. Сука, пулеметчик тупой, а? Сдох, тварь. Мне вот игре нравится, как враги умирают. Они умирают быстро, они 100 пулей запустить в них, блин, а? Да ёшкин дрын, да? Вот не вижу нифига. Честно, нужно пустить дрон, а? Не понимаю, просто где враги? Вот я ПКшку бы снять бы, а. Тут капец войнушка, друзья. Видите, сколько, да, тут врагов, а? Так. Все, опять Пайпера ранили, а. Ой, блядство, Пайпер, Пайпер. Пайпер, Пайпер ранили. Подлатай Пайпер,
Так, ладно. А, ладно, я сам. Вечно забываю. Так, что Пеппер, ну, в общем, говоря, не только я один подыхаю. Тут не поймешь, где враги, где люди. Бля, люди бегают, бля, их столько много, что не хочется их убивать. Дай знать бы где. Ага, шанс. Подожди с этим шансом. Не забывай запасы пополнить, а. Ой, светошумовая, походу. Зараза. Да, конечно, неправильно. Когда мы не понимаем, сколько тут враги. А твою мать, а меня потеряли, ну ёшкин дрын, а. Фуха. Так, Дима. А, с самого начала. Мы не с самого начала. Это радует, что не с самого начала. Так. Так, ёшкин дрын, укрытие, укрытие. Снайперская винтовка. Так, ты сучара. Да вижу, вижу, что это 3 часа. Ой-ой-ой-ой-ой! Капец, они валят, ни хрена себе. Так, я не знаю, с какой-то миссии я погибну, друзья. Ну ладно, как говорится, ничего страшного. Не, конечно, я не хочу потыхать, честное слово, но. Зато видно сразу, что уровень сложности не хухры-мухры. Просто не пойму, где, блядь, люди, где враги, тут, блядь. В смысле, да, где? Хватит кого врать, а? Я, конечно, ну, знал, что я погибну, ну, примерно думал, что я погибну. Но не столько же раз, а? Ай, Дима, Дима, капец ты даешь, а? Ну что, Ваненька, я уже запишу так, а? Перезаписывать не будем. Да, шестерочку включим, а? Только что у меня нету гранат нормальных, а? Жалко, реально нет, тут байк прикольный стоит. Просто машина, тут никого нет. Ага. Уже. Есть. Так, подожди, боезапасы можно пополнить, а? Ух ты, Нива, видите, тут, друзей, Нива есть, а? Тут получается, я же говорю, Нива. Сейчас боезапасы пополню, бойцы, у меня, как говорится, с ней проблемка. Во. Все, есть, готово. Взять живым, ага, окей. Я подумал, ну, да, пару раз я сдох, конечно, это очень не очень классно. Но бывает, что сказать, а? Так, может, я поменяю оружие? Так, пулемет. Тут было бы вообще классно. Пулеметик был бы, кстати говоря, кстати, тут, а, прицел у него нормальный. Взять живым. Угу, берем. Ух, ебать тебе взрыв, а. Ух, рады, что мы не погибли. Мастер, как слышно? Это мастер, как слышно? Ответьте. Мастер, охотник цел. Что случилось? Похоже, машину заминировали. А цель?
Торговец взял другую машину и уходит. Надо отследить его с воздуха. Вас подберут вертолеты. Идите к точке сбора. Понял, выходим. Да уж такого я развития не ожидал, что машину заминируют, а? Фух. Да уж, миссия интересная, не знаю, сейчас закончится ли она или еще продолжится, понятия не имею. Пойди вперед! Ну, классная. И игра, и миссия. Отлично, бьем их! Все, иди! Мы опознали торговца. Это русская, Катя Пругова. Это тёлка? А я ее сукой назвал. Даже как-то неудобно. Мы сейчас разрабатываем ее связи, но и без них проблем хватает. Установили, что она связана с международной корпорацией, вхожей в криминальные круги. Там отлично умеют скрывать что угодно. Оружие, деньги, людей. Если заляжет на дно, мы ее потом вовек не откопаем. По ней работает РУМО и АНБ тоже. Но данных мало, надо допросить лично. Она нужна нам живой. Вы это соседям скажите. Там настоящее осиное гнездо, как будто все вышли пострелять. Разберитесь с ними, потом берите ее. Берите обязательно. Лететь за ней в Афганистан мы уже не сможем. Пересечет границу, считай, ушла. Вас понял, мастер, работаем. Русская супер бобень, как говорится. Ух ты, прикольно. Уничтожить эскорт, тащи и пулемет, да вообще класс, а. Так. Ага. Цель слева! Легкий грузовик! Бейба! Класс! Отлично, не расслабляемся! Да не расслабляемся, не расслабляемся. Все хорошо, все нормальненько. Я готов. Ага. Так, ёшкин, да я просто гражданского выбила. Блин, зараза, капец, они, конечно, жизни отнимаются. Работаем по машинам сопровождения. Главную машину не обстреливать. Повторяю, машину цели не обстреливать. Ага, понял. Я понял, машину цели не трогать. Ёб твою мать, а! Ух ты, ёшкин дрын, ебать меня занесло-то, а. Так, блин, прикольная такая. Не знаю, чем миссия закончится, получится нам взять живой суперкрутую русскую. Так, девушки, ну, да хреново видно. Да что ж так. Давим. Есть. Капец, сука, надо было, чтобы поиметь его. Ага, вот она крутая, на камере едет, а. Все. Так, ага, надеюсь, она живая. Так. Взять живьем. Угу, приземляемся. Так, а я беру живой ее или нет, а? Миссия прикольненькая, хоть, конечно, короткая была, я имею в виду меня на пулемет, я имею в виду на пулемете в вертолете. Так-то миссия даже длинная получилась, особенно когда я столько раз сдох, позорно. Ага. Защитить? Ой-ой-ой-ой, а. Вот это мне вообще не нравится. Что-то датчик кинул я. Так, дополнительное здание, только чтобы выстрелил вертолетники. Ага. Да. Я вижу, но какой-то он живучий. Вот и поехал-то, а. Тут легкая техника. А вот и новые гости. Так, охранять. Я просто не пойму, откуда именно они идут-то. Ух, сейчас я, походу, узнаю. Да, узнал. Зато я узнал, где они. Это самое главное. Говорится, погиб смертью храбрых. Да, это самая такая длинненькая миссия в игре будет у меня. Ну, из-за того, что я погиб много раз, так бы, конечно, я раньше завершил бы ее бы. Где-то минут 40 бы, может и меньше бы понадобилось на эту миссию бы. А так как я погиб много раз, внимание. Это логично. Датчик ушел. Подкрепление противника! Впереди! Грузовик! Враг убит!
А, подорвали. Все, по идее, должны были подорвать, но... Тут у нас... Ага. Есть, уже не лег, нет легкого грузовика. Да, ёб туда, я. Ищу, ищу, да с такими жизнями-то. Да. Ебать, еще и... Да твою же мать, я так все идеально было. А что ж такое-то, а? Да ж, капец, а. Потная, потная катка, ничего не скажешь, а. Мы заперли ее. Защитить? Да я понял, что ее хотят, как говорится, хотят ее, в общем говоря. Все хотят ее, почему бы нет? Русские не классные девчонки. Естественно, их хотят. Так. Ага. Да. Грузовик врага. Перед нами. Осторожно, они идут. Прикройте, иду. Иду, иду, иду. Цель мертва. Так, все. Ух ты, ёб твою мать, а! Я забыл, что эта машина приедет. Жалко. А, ладно, эти что я сделаю? Я кину светошумовую зачистку, как говорится, сделаю. Так, Ази, это я понял, понял, понял. 16-0. Так, да. Мои молодцы стреляют с пулемета. Дали бы мне эту работу, бы я бы это все быстро бы сделал бы. Это париться, вот это вот потеть. Да, я понял, что огонь. Я так лучше стрелять с такого прицела. Угу. Ой, сейчас этот приедет, а. Да ёпарас, это я вроде бы это, как бы говоря, зараза. Да что ж ты такая миссия-то заразная. Блин, то есть вообще не суть столько меня, что я столько раз сдох. Да, это, конечно, позор, честно говоря, но... Блин, ну бывает, бывает, бывает. Пятую миссию, то есть я нормально пройду, без таких подыханий. Многих, как говорится, подыханий. Так, где вы? Блин, обзор хреновый. Ага. Во. Во. По идее, еще должен был... А, вот и джип этот гребаный. Так. Ой, сейчас они так меня убьют-то. Естественно, мы их сломаем, если я не по-дебильному не погибну. Зараза. Ёпарас, это я, пайпер. А теперь нормально. Ах ты сука. Зачем по-русски говорит? Зараз такая. Хреневшая, козлиха. Иду, прикройте. Ты где, тварь? Справа. Все. Есть. Неужели я хоть это сделаю? Так, с этого раза, друзья, у меня получилось, как говорится, убить всех этих козлов. И все остальное. Пулемет этой миссии не очень особо подходил. Так.
Ух ты, ё, бензобак сейчас подорвётся, надо срочно спасать её. Мы её взяли, вырубилась, но живая. Так. Так, русскую взяли, ага. Так. А, окей, окей, хорошо, командир, доставим, окей. Так, ну, у нас тут сейчас машина не подорвалась, а. Так, 90%, это, конечно, лучше, чем это у меня тут раз было в третьей миссии. Так, четвертая миссия была очень классненькая, особенно когда я много раз подыхал. Так, общая точность у меня говно, ну, потому что я стрелял с пулемета, который, ну, какой-то, ну, он лучше, конечно, чем снайперы, воины, призраки, там вообще говно оружие, дальше говно, но тем не менее. Так, бесшумные, синхронные убийства, общая точность, потери среди гражданских 0. Это самое главное, что гражданских мы не потеряли, это просто шикардосно. Класс очень-очень суперский, просто охеренно. Четвертая миссия под названием «Тигровая пыль» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Миссия была просто охеренная, я себе еще не сдыхал столько раз, еще был класс.